месяца 2019 года, а ОПТВС стали высылать нам квитанции с огромными суммами за отопление. Стали разбираться, оказалось, что начисления ведут по квадратным метрам, а не по счетчикам, которые были установлены в нашем подвале, за которые мы целых два года оплачивали, Вот, мы просим разобраться в этом как-то. Если положительного результата не будет, мы, наверное, будем вынуждены обратиться в прокуратуру.